Ребята погибали из окружения. Большая часть по собственной глупости, по собственной дурости. То есть они, работая телохранителями, начинали вдруг становиться бизнесменами. Они начинали решать какие-то, участвовать в бизнесе шефа или в каком-то параллельном. И теряли контроль и, к сожалению, уходили. Деньги – это очень серьезные критерии проверки. И большие деньги проверяют людей на раз-два. Меня несколько раз в жизни пытались купить, то есть, типа, что тебе стоит, ну, всего-навсего, слей информацию, где шеф будет, тебе что там, да. И очень приличные предлагали деньги, но вот это не про меня.